Ну ты не видишь, они не видят. Что тут столько времени копаешься-то? Сейчас. Да вот стол, заскочи на стол рядом. Залез на стол. Да видно, вот он стоит. Какая чистоплотная. Мамки. Я вот шью вот все время. У меня на это приспособление есть. Рукавишку шью, вот дощечку, чтобы не шить вместе. На палок, палец. У меня вот это есть по пальцу. Мужской размер. Побольше, значит, побольше. Палочки всякие. И вот мы ездили дорогой, на Благовестие были. Николай Крущина, Виктор. А я сзади сижу. Я постоянно что-нибудь делаю, шью. Шью и спрашиваю, вам что-то надо, ребята, пришить? Ну, пуговки оторвались, продралось где-то. Я сейчас вам заплаты поставлю. Лежу там, матрасик этот порвался или что-то. Ну, мало ли в дороге еще. И опять, у меня с собой разные тряпочки, пуговочки. Вот кто-нибудь скажет, ну что ты бабье дело делаешь? А я не понимаю это. Я считаю, мужчина портной, это очень здорово. Другой раз упрекаю своих, которые... Не люблю, когда дырявые ходят. Ну, просто дырявые. Пусть будет заплата. Вот сейчас я пришил рукавицу. Вот она у меня рукавичка. Это я ее зашил фактически. Пол рукавицы шил. А сейчас тут продрано. Вон деревяшку видно. Я ее пришью. Это последнее уже. Все. Мне казалось, длинная нитка-то, она опять короткая. Когда шьешь котенок, если видишь, что я с ниткой тут вожусь, а она не дает. Хватает. Вот. Утром была дырка, сейчас нету. Да не одна дырка, три дырки. Все на это. Еще Никита там считает, сидит.